Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас магазин 3 сентября. И нам добавили новую эмоцию Джиггл Джиггл. Кумите. Визница разлома. Кстати, не знаю, почему кумите добавили, если она недавно в шкафчике выходила. Ну ладно. Вот это. Фантазмы. Это вот это бесплатно. Это кастомные скины. Там один челик хотел купить этот скин. И вот он хотел гиперболу. Он хочет гиперболу. Либо этот. Либо космику. Вы что вы выбрали? Ну, например, вы бы что бы выбрали? Космику или гиперболу? Напишите в комментарии под видео. И может этот челик чекнет и решит. Ну, он, скорее всего, с моим тегом купит, то спасибо. Вот так, вот так. Вот так. И вот так. Окей, ребят, поддержим меня в магазине предметов, мы только вторым мальчишки бесин. А если вы что-нибудь купите с моим тегом, огромное спасибо, респект. И когда будет 2к подписчиков, разыграть что-нибудь за 700 V-баксов. Эмоция джигу-джигу. Погнали смотреть. Не знаю, покупать или нет. Оп-оп-оп. Эмоция прикольная. Кумите 9 сезона. Тоже нормальный скинчик. Два стиля обычный. И этот человек. И танту. Шершень. Сойдет скин, не совсем такой плохой. Сойдет. И рюкзак. Стальной кулак. 9 сезона. Ну, я практически никого не видел эту кирку, но не знаю, как она в игре выглядит. Может прикольно, но не знаю. Такое. Фанатка. 16 сезона. И жуткая сумка. О, там рука. Пальцы. Падал жутко. И суровый спортсмен. Ну такое. И безапелляционная бита. Ну, в принципе. Такое, мне вроде бы и девчонка и пацан не нравится, как по мне. Потом маньячная кирка. И крылатое лезвие 16 сезона. Что-то такое вроде бы есть, только в другом стиле. Или нету, не знаю. Такое. Я не знаю, как в игре будет выглядеть, но мне кажется, такое немного большевато. И фаус. Вестница разлома 8 сезона. Но у меня есть там другой скин. И в принципе, зачем мне вот это покупать? Ну, скин все равно неплохой. Махаон скин. И крылья разлома. Ну, махаон, да? Вроде бы так. Там вроде бы был комплект, типа скин. И вот этот, и еще вот этот. По скидке. Да, махаон, вот. Я хотел был взять, типа, там был такой скин обычный. И еще
Стрела, белая стрела или чё? Не знаю. Вот типа скин гонщик, только девчонка. Ну, может, куплю, когда она выйдет, не знаю. Луникс 8 сезона и лунный кристалл. Лунная призма 8 сезона. Фиолетовые осколки 8 сезона с анимацией. Вроде бы светится. А, да, видите? Светится. И иллюзорные крылья. Этот дельтик вроде бы можно было бы, да, можно было получить этот дельтик, если бы вы посмотрели, ну, зашли бы и чекнули ивент 8 сезона, но мне что-то не давало зайти. Вот. Не давало зайти. А так бы имел сейчас бы дельтик за кассер 200. Халява. Обойма 8 сезона, стена выбор обычный. И зеленый. И бандолер 4 сезона, стиль на выбор обычный. И зеленый. Давно я думал, типа, недавно думал, когда выйдет этот скин, а то что-то давненько не входил, опа, и вышел. И арсенал. Обычный. И зеленый. И мачете 8 сезона, кокосик и сама мачете. Ну не знаю, сидит, звук прикольный. И снора 8 сезона. Ну не знаю, прикольно. Вроде бы дельтик не совсем такой уж и большой. Видите, видите, он как будто маленький. Ну, не знаю. И оттенки серого 8 сезона. Оттенки серого. Такого, я не знаю, за 300 думаю, что не стоит. Вирго 9 сезона. Тоже такой скин. И джет. Потом графит. Обычный стиль. Но у меня есть пацан из-за бэкпэка. Я купил пацана. Ну сам скин тоже неплохой, как по мне. И оранжевый. Сам скин, как по мне, неплохой. И скелетные крылья. 12 сезона стильного выбора. Обычный и оранжевый. Бадум. Воу-воу. Прям как звук. Такое и название. Бадум. 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 Потом The Flow. The Flow, The Crow, The Know. The Soul. The Low. The Yo. The Flow. The Crow. The new, the bro, the show, the bro, the flow, the yo, the girl. 14 сезона. И хит из 14 сезона. Прикольная эмоция, только я ее уже много раз переслышал. И надоело что-то немного. И рука-лицо. Ну это типа боймерская эмоция, можно сказать, не знаю, типа убил ты кого-то и типа... Чё ты? Типа убил его, типа боймер. Ну какой у нас магазин, 3 апреля, но эмоция... Джига-джига. Чего? Глава 3, сезон 4? Это правда?
Или мне так кажется? Ёб твою, ёб, я с будущего. Чикачи, глава 3, сезон 4. What the fuck? What? А чё, уже типа 18 сентября? 17, то что я уже в 4 сезоне? Чё за баг, эпики? Быстро исправляйте. Быстро. Окей. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, не забывайте то, что когда на моем канале будет 2к подписчиков, я разыграю что-нибудь за 702 баксов. Также не забудьте поддержать меня в магазине предметов, мой тогда автора Марк Чурочка Бесин, кто меня поддерживает, огромное спасибо. Вот. Подписка, лайки, всем пока, удачи. Если что-нибудь будете покупать в этом, поддерживайте меня. Удачи всем. Она джига-джига.